Сегодня 19-й день на Сюра. Остановление коленного сустава. Что ты ржешься? Поехали. Уровень сложности 8, скорость 70. Крутим 20 минут и ко мне. Окей. Погнал. Если легенько, то можно. Понял? Стопа пошла, вперед, назад.
Хорошо, меняем ноги. Это опустили, это вовнутрь. Но это ж поворачивается. А это удобно. Да, это же ударное, да? Это доворачивается. Держим. Следующий бой, когда? Кто знает? Когда предложат, да? Все, просто обрез потом и все. Ну, снял на первое, понял, вот здесь. Знаешь, чтобы ты сам не уставал. Ты... Тяжело стоять. Ну, все. Тогда вопросов нет. Стопа. Здесь когда носочек на себя, пяточку. Протягивать чуть-чуть, да. Сюда и протягивать. У тебя сколько там народу было, капец. Ну это вообще. А тебе не страшно так? Ты слышишь, ты вообще не видишь никого. Это уже кайф в крови. Ну да, это такой, знаешь, адреналин такой. А ну, наверное, знаешь, если ты, дай бог, прекратишь, наверное, если тебе будет не хватать. Разворачивайся. Ломка будет. Да. Уже проходил через это. Да? Акустика, что в помещении, она слышна, она когда-то закричит. В Инстаграм зарегистрируйся, я там все выкладываю. Там больше материала, чем в Фейсбуке. Ну и на Ютубе тоже. Потому что Инстаграм, Ютуб у меня работает. Отдыхать будешь куда-то? Я сейчас парня отвезу в Алмату, он подерется там. Я каждую секунду отдыхаю. Весовые большие? Ну, как сказать, больше, чем он. Ну, заворачиваемся. Опять поднимаем ножку. Нет, вверх вместе. Я одну поднимаю, допустим. Раз. И пошли. А, да, да? Да, да. Спокойно, спокойно. Там в долларах все дают, да? Или... Нет, долларов. Трешка, пятерка. Да. Если штука есть, то хорошо. Подняли. Алло. Подняли. Слопа. Назад. Да. Назад. Да. О, отключай, отключай. Да. Спинку чуть-чуть. Ага. На видео, наверное, так все просто. Да-да-да. Оператор знает, насколько это просто. Ноги не работали у меня совсем. Хотя профессиональный футболист. Хорошо, меняемся. Махи. Не, подъемы ног. Опять еще раз. Бок на эту сторону подъемы. Главное, что уверенность уже появилась, уже азарт такой. Да, что уже не боишься, уже по ноге получил и все нормально. Да. Стоп, стопа. Хорошо. Хорошо. Уже такая спортивная сброс появилась. Смотри, на пятки, пятка на месте, пятки прокручиваешь. Раз, на пятку туда, носок вниз, чтобы раз, носок вниз тянет. Раз, вниз, вниз. На 5 часов.
вниз, на бок снова легли. Эту ногу сгибаем и берем руки. Вот эту сюда твою. Ручки берем. Выпрямляем и держим. Снизу вверх, вверх. Положили педаль. Ложим, поднимаем. Ложим, поднимаем. Он, наверное, ругается, да? Если не может смотреть. Все достаточно. Разворачиваемся. Теперь правую сгибаем, берем ручку. Поднимаем, держим, делаем. Сейчас все пучки проработают. Стопа. Сколько уже первый день просмотров? Там просто уже за тысячи. Вот посмотри сейчас. Поставим, да? Поднимаем. Посмотри. Посмотрел, посмотрел. Рекорды уже. С утра было 13 тысяч. Хорошо, закончили. Ноги вперед. Простучали, расслабили. 13 тысяч? 13 тысяч. Клиент должен быть. Ложимся на спину, пятки под себя. На пяточки ставим ножки. И на спину ложимся. Юра, можешь сюда двинуться. И поднимаем таз на эту линию от плеча. Вот Настя до сих пор. Бабочку полетели. Да-да, ножки к себе и мягенько пускаем их, отпускаем. Да, хорошо, мягко-мягко, с маленькой амплитуды начинаем. Расслабляем, расслабляем, больше, больше, больше. Вот когда вспоминаешь о гематомах, да, увидел, случайно. Так, ну что, расслабился чуть-чуть? Я? Yeah. Да. Ноги оставляем в бабочке, ложимся на спину. И 3 по 30 поднимаем таз, так же, как мы делали перед этим. Только положение бабочки. А так? Да, отлично, и пошли. Хорошо. 3 по 30. Усложняем упражнение с бабочки, ложимся на спину, поднимаем таз и поднимаем одну ногу. И пошли, 3 по 10, раз, отлично, два,
3, супер. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодец, без перерыва, супер. На ребро, вот так, отлично. Как самочувствие? Отлично. Все. Поехали носочки. Коленки приподняли. Отлично, отлично, отлично. С носков на пятки. Хорошо. 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 Сам считаешь, Юр. Хотя бы не 50, а 20. На два подхода готов еще? Легко. Что там, пот? Трудовой причем. А ты говоришь легко. Больше тазом крути справа. Нелегко. Ноги через. Ноги крути через стороны. Нет, нет. Смотри. Два подхода. Вот так. Коленки. Отлично. Да, только не сильно высоко, а вот до таза, да. И ниже опустись. Во! Во! Юра, красавец! Хорошо. Висит в воздухе. Парит, как пушинка, а жарит, как оса. Да. Поехали. Это последнее упражнение, и такую легкую разминку вы должны делать каждое утро. Понял. Будем. Если надо, будем делать. Бой. В общем, закончился 19-й день. Тренировочка была легкая, но я пропотелся по-взрослому. Так что завтра будет последний 20-й день нашей реабилитации. И все самое главное, слушайте 20-й серии. Так что, друзья, на связи. Смотрим, ставим лайки, подписываемся. И обязательно оставляем комментарии. На связи Юрий Горбенко, всегда с вами.